Всем доброго времени. Это болты крепления головки блока цилиндров. Мотор РП, Passat, B3, седан, универсал, все вместе. Вот он, их некаталажный номер этих болтов. Я их уже неоднократно использовал на всех машинах. Они себя проявили хорошо. Ни один не сломался, ни один не обошелся. Вот. На последнем моторе, правда, они закручивались очень-очень плохо. Вот. Но это был единичный случай у меня с этими болтами и с мотором с таким. Вот. Я думаю, что там просто была потянутая резьба. Брал я их на сайте продавца, и указана стоимость за полный комплект болтов. Вот. Их здесь 2, 4, 6, 8, 9 штук. 9 должно быть, 10, по-моему. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 10 штук, один не посчитал. 10 штук под звездочку. Под торцевую головку звездочку. Вот такую вот. Видите, да? Вот так вот я вам сейчас покажу. Вот. Когда вы снимаете головку на B3 Passat, эти болты надо обязательно менять, потому что они вытягиваются, они могут не дотягивать головку, потом может опять прогореть прокладка, будет пропускать газы, и еще много всяких бед может случиться из-за этих болтов. Стоят они немного, всего лишь 586 рублей. Ну вот. Это их описание на сайте продавца. Сейчас мы откроем фото. Вот она. То есть вот информация о этих болтах на сайте продавца. Вот, если кто-то желает заказывать, заказывайте. Все знают где. Вот. Это примерная стоимость. То есть от этой стоимости начинается и все идет выше. Всем добра и не ломаться.